Подруги Маша и Варя – ученицы школы номер 9. В свободное от учебы время девочки любят проводить на свежем воздухе, общаться со сверстниками. Новый игровой комплекс стал для них любимым местом проведения досуга. Тут вообще очень классно. Такого много необычного, от того, что нет необычных площадок других. А вот тут вот в нашем районе всегда мечтали о качелях таких вот круглых, потому что она была только на Лазутинке, вот. И она появилась, теперь все на ней качаются. Там огромная очередь устраивалась в первый день. Детский игровой комплекс пришелся по вкусу и представителям старшего поколения. По словам местных жителей, раньше на его месте была старая неуютная площадка, которая не пользовалась спросом у ребят. Теперь новые разнообразные игровые элементы, выполненные в тематике моря, привлекают малышей со всей округи. Основание, смотрите, такое мягкое, отличное, домики хорошие. И сделано на очень удобном месте, вокруг зелени. Это самое. Наши дома, видите, такие густонаселенные, поэтому нам очень нужна площадка. Огромное спасибо администрации и нашему уважаемому мэру и губернатору. В прошлом году по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Одинцово было установлено 4 комплекса. В этом город украсили 6 площадок. Для начала выбиралось место, чтобы не было коммуникации по детским комплексам, чтобы было безопасно для наших детей. Поэтому сначала велась изыскательная работа, определялись отсутствие сетей, как я уже сказал. Ну а после приглашались подрядчики, которые подготавливали площадку размером 450 квадратных метров. В основном после устанавливался комплекс и уже делалось резиновое покрытие. Мы, конечно же, рассчитываем, что Андрей Юрьевич также будет продолжать и также будет дарить нам такие замечательные подарки. Поэтому мы, конечно, со своей стороны разрабатываем, находим площадки и надеемся на Московскую область, а также на нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В ближайшее время все новые детские площадки будут оборудованы камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».